Я покушав, поехали дальше. Новая школа и учителя, а главное, новые одноклассники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык. Как и большинству очкариков, наверное. Я пересилил себя и выбрался из теплой постели. В старую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спальни не доносилось ни звука. Неужели проспали? Ну и к лучшему, не хотелось в первый же день прослыть папеньким сынком. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом, видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пусть и лживые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на первый этаж. Старался наступать на середину половицы. Подожди, ну ведь бока, наверное, скрипят меньше, типа. Середина скрипит, потому что она прогинается, разве нет? Типа, вот у тебя половица, ты на нее наступаешь, она начинает прогинаться и скрипит. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступлям попадет в щель между досками, считай, сгорел. А, вон. Стрелки часов нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее, скорее. Слишком быстро. Я сделал круг по прихожей. Лава кипела в зазорах между половицами. Надо идти аккуратно, выжить любой ценой. Прыг-прыг, словно жаба по кочкам. Словно трусливый зайка в роще, кишащий волками. На кухне я сделал бутерброд, с трудом протолкнул его в желудок и запил холодным чаем. Аппетит был как у человека, идущего на гильотину. Я потупился и увидел, что правая ступня стоит сразу на двух досках. Сгорел. И переставил ногу, в животе закопошились мерзкие змееныши. Страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Раннее утро было по-зимнему темным. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца. Я долго зашнуровывал ботинки. Застегивал пуховик на все пуговицы до последнего, оттягивал неприятный выход в полутьму, тревожную неизвестность. Протер очки на удачу, хотя я не припоминаю случая, когда эти толстенные стекляшки принесли бы мне везение. Небо напоминало огромный кровоподтек. Чел, ты в смысле? Ты, блин, проснулся раньше всех и куда ты там пошел? Может, сейчас 3 часа ночи? Ты хоть на часы взглянул? На востоке громоздились и... громоздилась и разбухала черная туча. Слизывала звезды и гасила рассветное зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи вскрики путались в зарослях. Я запер входную дверь длинным ключом, который носил на шее. Родители обязали носить мне шнурок петлю, опасаясь, что я, растяпа, потеряю ключ. Ветер свистел за калиткой и приглашал в новую жизнь навстречу сомнительным приключениям. Будто старый приятель увязался за мной, подталкивая спину, тени сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к лесу я спрятал нос под воротник. Весь нахохлился, сутулился, вклиниваясь просека это алкоголь какой-то, это, наверное, просека все. Высокие деревья обступили тропинку, под ногами шуршало снежное покрывало, а сверху ветви сплетались, образуя полог, отрезая меня от жалкого мерцания звезд. Зима же, скорее часов 7-8. Ну, наверное. Ну, может быть, не знаю. Ребят, я в школе был. Последний раз 13 лет назад в школу ходил. Ну, на работу бывает, едешь, да, такой, типа, в темно, типа, ты такой. Ненавижу зиму, кстати. Ездить на работу зимой, когда тебе до работы 1.5 часа, это отвратительно, ужасно и убого. Потому что ты стоишь, ждешь маршрутку. 2 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут, и тебе все еще адски холодно. А потом ты приезжаешь на станцию, сидишь в теплой или нет, в душно-горячей, жаркой электричке, потому что там топят печки до хера народу. А потом ты выходишь из нее, идешь к новой остановке и ждешь на остановке 20 еще минут нового автобуса или маршрутки. И тебе опять детски холодно. Отвратительное чувство.
Под ногами шуршало снежное покрывало, сверху ветви сплелись, образуя полог, отрезая меня. Ночь, и не думал убираться из чащобы. В темноте деревья походили на косматых старух и пахли могильной землей. А чё у меня курьер в это вылезает? Я же уже, мне уже все приехало. Стволы превращались в потрескавшиеся морщинистые морды с ртами дупла. Дуплами. Задеваешься, и замшелые ведьмы утащат в лесные дебри. Будут потом родители бродить по лесам, голосить: «Антуан, Антуан!» Мертвые не отвечают живым. Или отвечают. Паника разрасталась в груди. Я готов был явиться в школу хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тьма, словно черное тесто, поднимается во врагах. Я обернулся. Уф, показалось, что кто-то нырнул за кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади заскрипел снег. Лес вздохнул гигантскими легкими. Затрещал бурелом. Ветер, птицы, все остальное в поле, шум леса был единственным спутником. Я шел, вслушивался и все сильнее ощущал незримое присутствие. Будто кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моих шагов. Я оглянулся так резко, что хрустнула шея. Узкая тропинка позади меня терялась в темноте. Сучья перехлестывались над нерукотворным туннелем. Есть здесь кто? Вопрос сорвался с губ, растворился в несмолкаемом скрипе деревянных идолов этих древних сосен. Избрело мне в голову идти через лес одному. Наверное, я спятил, или кто-то нарочно выманил у меня из дома, даруя слабую надежду. Вдали замаячили огни. Проселочная дорога! Со всех ног я бросился туда, будто боялся, что тропинка сомкнется, когтистые лапы схватят меня за плечи. Повернут и заставят взглянуть в лицо голодными обитателями леса. Но никто меня не задержал, не веря в удачу, я буквально вылетел на трухлявый мост. Ручей студеный и черный, будто смола, омывал опоры. Я уперся ладонями в колени и из-под лобья взглянул на лес. Фыркнул, выравнивая дыхание. Чащоба притворялась спящей, миролюбивой и неживой. Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Я отогнал дурные мысли и постарался как можно быстрее перебегать от одного круга света к другому под защиту электричества. Как в детской забаве, где первому нужно закричать «Я в домике». Пятнашки — детская игра, участники которой пытаются опятнать друг друга касанием руки, тем самым передав другому игроку роль ведущего домиком. Выступает заранее оговоренное место типа песочницы, место под детской горкой и тому подобное. Если туда запрыгнет игрок, то на время будет в безопасности от ведущего. Знаете, что мне напомнило это? Их... Ну, вот это вот деревня и, типа, походы в школу. Когда плачут цикады. Там у них... Они тоже тусили в какой-то, типа, дальней-дальней деревне. И Кенич-кун тоже был, типа, новеньким в классе. И у него были очень криповые одноклассницы, да, ну... Ну да... Затем приснила слова Яшера сам. Возможно. Только домики эти были хрупкими, а за их стенами непрерывно двигалась тьма. Вдруг я заметил нечто до жути странное. Кто-то кушал сосиску. Там, куда не доставал свет покосившегося фонаря, ожила и утробно зарычала сгорбленная лохматая тень. Ее черты будто отторгали свет, а неестественная поза внушала страх. Я выпучил глаза и заморгал, чтобы прогнать наваждение. Но тень все еще была там и даже приблизилась. Ужас скрутил мои кишки, я попятился и чуть не упал в сугроб. Чучело же выпрямилось во весь рост и спросил ласковым голосом. Крадешься? Душу мою украсть хочешь? О, кажется, я узнал голос Трикси Вокс. Это же Василиса! Из Блэкбуки. От удивления я лишился дар речи. Кто может говорить со мной таким шелковым голоском здесь, между лесом и дремлющим поселком? Чего молчишь, несмышленыш? Язык вырвали? Слушай.
откушу. А ну себе откуси, пес. А? Будешь знать, как совать его в чужие дела. Судя по голосу и фигуре, это была девочка. Но не успел я одернуть себя, дурак, испугался девчонки, как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно блеснувшее в его широкой щели. Я обомлел. Привет. Из пещеры капюшона на меня таращились пугающе живая Алисия морда. Только вот пасть ее не шевелилась, а глаза не моргали. Маска. Обыкновенная девчонка просто маску лисы напялила, по крайней мере, я хотел так думать. Как это случается после резкого испуга? Я нервно заулыбался. Просто в школу иду, а тут ты. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит. Действительно, возле ног девочки лисицы крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняк, что гналась за мной вчера. Извини, я не хотел. Услышав мой голос, собака тявкнула, прижала уши, затем принюхалась и завиляла хвостом. Наверное, от меня пахло колбасой, что я ел на завтрак. Я смотрел то на моську, то на девочку. Она уже не казалась страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну-ну, как тебя зовут? Меня Антон, а тебя? А меня нет! Как скажешь. Чудная какая-то, с приветом. Зато голос приятный. Отропь сменилась радостью. Незнакомка явно была человеком, хоть и со странностями. Еще немного злился на себя. Эта лисичка-сестричка гуляет в сумраке, как ни в чем не было, а я вздрагиваю от малейшего шороха. Можно было идти дальше, но девочка раздразнила любопытство. В следующий раз спросит меня милиционер, завел ли я знакомство на новом месте, а я ему отвечу, ага, с говорящей лисой. Ты здесь живешь? В поселке? Лисица хихикнула и заурчала. Крутанулась вокруг себя так, что подол шубки раздулся. Нет, глупый. Лисы не живут в поселках. Хочешь сказать, Ладишь. Ты живешь в лесу? Из какой норы ты вылез? Конечно! Лисам среди людей не выжить. Пока они лисы. Поднимаем шубку. Шутки у нее тоже чудные, как и карнавальная маска, всего лишь папье-маше с наклеенным мехом. Собак напомнила о себе звонким лаем и отстегнул клапан рюкзака. Папа иногда подбрасывал мне в рюкзак что-нибудь вкусное, печенье или яблоки, или даже мои любимые крабовые палочки. Самое вкусное, что можно взять в школу, это пару бутеров с маслицем и колбасой. У нас так Андрюха таскал бутеры и раздавал всем. Андрюха лучший. Найдите своего Андрюху в школе обязательно. Говорю, мол, это тебе от зайчика. Гостиница от зайчика, съедобное угощение. Ай, Колян, кстати, Колян тоже еще так делал. Вот, Колян тоже красавчик. Съедобное угощение, которое оставалось от рабочего обеда или специально покупалось для детей. Обычно со слов родителей. Гостиниц передавал зайчик, но иногда это мог быть и другой зверь. Например, белочка или медвежонок. У меня в школе не было Андрюхи. Блин, беда, беда. Хреново твои школьные дни прошли, получается, тостер. Постарайся в будущем найти своему сыну друга Андрюху, который будет ему носить бутерброды в школу. Или сделай его Андрюхой, который будет носить бутерброды для других одноклассников. Дворняга... просительно облизывалась. Засеменила ко мне. Лисичка явно чем-то угощала ее, но, видимо, не утолила собачий голод. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идешь? Незнакомка встрепенулась, сбросив с носа серебристые снежинки. Будто стряхнула с себя человеческий облик, превратившись в настоящего зверя. Хитрую, быструю, опасную лису. Зазеваешься, полетят клочки, по закоулочкам разорвет, съест и не подавится. Я пешил и встал, словно загипнотизированный. Пока не услышал ее приглушенный мелодичный смех, скрытый за образиной зверя. Видел бы ты свою маску, сладенький. Сладенький, она сказала. Тут я засмущался, покраснел до корней волос.
Однажды мы с папой видели в зоосаде лису. Та была выленившей, серой и тощая. Девчонка, огненная лисичка, пушистая, как в сказках. Я до сих пор шарю в рюкзаке. Пальцы, искавшие еду для собаки, нащупали что-то мягкое и скомканное. Ничего, скоро проснутся настоящие звери. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица? Тень девочки плясала в свете фонаря. Собака, будто соглашаясь, одобрительно тявкнула. От неожиданности я выронил находку прямо в сугроб, толком и не разглядев ее. Холодный ветер тут же засыпал край снежной лунки. Собака, решив, что это лакомство, бросилась на раскопки. Лиса лишь фыркнула. Я так оробел, что не знал, куда себя деть. За пределами электрического круга никак не расцветала тьма напротив. Будто бы сделалась гуще. В ее чернилах беспробудно дремали окрестные дома. Я постарался продолжить разговор с удивительно странной незнакомкой. Ах, ну какой же дурачок! Так ничего и не понял. Ну вот, хотел подружиться, она лишь зубы скалит. Спорт. Или пропс. Вдруг отзеркалено типа камерой. Возможно, здесь написано тропс. Что бы это ни значило. Еще и обзывается, все-таки стоило пройти мимо и не обращать внимания на чудачку с ее глупой собакой. Ты чего обзываешься? Дропс. А ты чего обзываешься? Не хочешь отвечать, пожалуйста. Никто не требует. Что-то удерживало, притягивало к темной фигурке. Таинственный облик, томный голос, бархатисто-сладострастной линцой. Я был заинтригован и взбудоражен, я смотрел на нее, как смотрят на пожар. Ой, да не дуйся! Гляди-ка лучше. Ты нравишься Жульке. Собачонка разгребла снег, громко сопя и резво перебирая лапы. Лисица оглянулась на окна ближайшего дома, на бревенчатый фасад в дымке. Кончик ее фальшивого носа блестел в свете фонаря. Не только ей. Я снова покраснел, как вареный рак. Это она про себя или про кого-то другого? Я надеялся, что в полумраке девчонка не заметит мое смущение. Прежде чем спросить, я откашлялся. А кому еще я нравлюсь? Я ждал, считая удары сердца. Лиса не ответила. И лукавый взгляд бегал по морозным рисункам чужих окон. Читал их, как стеклянную книгу. Интересно, что она видит в январских узорах? Дворняк закончил копошиться в снегу, засеменила ко мне, сжимая в пасти находку. Варежка, неужели та самая, что я нашел в лесу? Что она здесь делает? Но приглядевшись, я сразу понял, что это всего лишь моя рукавичка. Может, мама подсунула мне их, пока я спал. Я тут же вспомнил о пропавшем мальчике. Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Вован! Где вы Эссу увидели? В смысле? Перед глазами встала картинка, пляшущие силуэты на пустыре. Танцы в ночь, когда исчез Вован. Мальчик, чья находка сулит мне большую награду и даже может спасти мою семью. Я вспомнил свой день рождения, когда родители обещали отвезти меня с сестрой в Париж, в Диснейленд. Но вместо долгожданного подарка родители с нескрываемым смущением преподнесли мне обычный тетрис. Как я тогда плакал и требовал, чтобы меня взяли на обещанные аттракционы. Именно тогда мама с папой впервые поссорились, мой каприз надломил их отношения. Если бы только я мог все исправить, собрать всех, кого я люблю, и отвезти в Диснейленд. В ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. Невероятно, его маска будто бы стала еще ехидней. Лиса словно принюхивалась. А что? Ты тогда испугался? За себя или кого-то еще? Оля, при мысли о сестре, грудную клетку сжали тиски. Холодный пот сбежал по позвоночнику. Ну так слушай меня внимательно. Мальчик по имени Антон. Это большой и страшный лес. Лисичка сделала грозный шаг вперед. И я не единственный его обитатель. Другие звери уже знают о тебе. Берегись нас. Этой ночью мы опять придем. Все же не стоило знакомиться с этим злом в детском обличии, в панике, пока думал я. Пока ты со своей семьей будешь спать... Подкрадемся близко-близко
Танцуем. На ваших могилах. Макарену. А, почти. Чё? Эй, Макарена! Лицо чувака вообще... Челюсть отвисла! Просто передали 10 из 10. Реально, на смайлик Твича, да, тостер. Почему, почему этого смайлика еще нету? Видел он меня ночью у своего окна? Ага, как же! Еще появиляло. А ты случаем не местный дурачок, нет? Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Я потрогал пластиковую дужку очков, озадаченной глупой шуткой. Напугался до чертиков. Ой, да не тереби ты окуляры свои. Я раньше тоже близорукой была. Лучше послушай меня. Может быть, ума наберешься. Лисичку как обычно называют? Куичкой? Сори, у меня кроме лексической редупликации в голове ничего нет. Плутовка? Она вдруг заговорила обиженно. Ох ты ж! Да как ты меня? Ой, прости. Девочка засмеялась, словно серебряные колокольчики зазвенели. Да шучу я! Конечно, плутовкой. Если ты ловкий и смелый, like не боишься с плутовкой водиться, я, так и быть, помогу разыскать этого Вову. В джунгли тебя зовут. Ты же неспроста его ищешь, да? Я неопределенно поводил плечами, ее прозорливость насторожила. Знаю, почему дети повадились соваться в наш лес. Порой там можно найти много всякого интересного. Я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нем. Да так, что челюсть слиплась. Блин, у меня такое чувство, что в пятой части они сделают так, что пацан просто тоже вот в итоге вот попадет в этот лес и будет там жить и будет каким-нибудь медведем. Ну, условным, я не знаю, кто там еще есть, ну. Короче, будет с ними там тусить в лесу. Сугроб конфет? По интонации не понять, она сама-то верит в то, что говорит. Я снова улыбнулся, но на этот раз не искренне. Посмотрите-ка, какой недоверчивый. Ну-ну, а что ты на это скажешь? Она протянула руку в меховой перчатке. Турбо. В ладони лежала горсть разных сладостей. Так вот, откуда возьмут кусок геймплея из БГ3. Но это через много-много лет только. В городе, где я когда-то жил, такие продавали на рынке в киосках. Ларек, киоск, уличный магазинчик, контейнер с широким ассортиментом от жвачки и водки до одежды и техники. В России такая торговля существовала до супермаркетов и зачастую была связана с криминалом. Мама, I'm a criminal. Среди вкусных сокровищ я заметил свою любимую жвачку в яркой обертке. Знакомая надпись на фантике гласила «Турбо». Треугольная лисья морда ткнула носом в мою сторону. Угощайся! У меня их полные карманы. Ну, угощает? Ну, ладно, спасибо. Я принял угощение, почувствовав, как пахнет девочка шерстью, дымом фейерверков и петард, цитрусами, праздником, наконец. Пальцы покалывало, когда я осторожно распечатал фантик. Ноздри уловили аромат персика и чего-то еще. Незнакомого, но приятного. Фруктовый кубик отправился в рот. Я задвигал челюстями, перемалывая резинку. На вкус обычная турецкая жвачка, разве что язык слегка онемел. Развернув вкладыш, я обомлел от счастья. Вкладыш. Игра на вкладыши. Игроки по очереди... подбрасывают фантики. Жвачек ладонью. Тот, кто перевернет вкладыш, забирает его себе. Также вкладыши были предметом коллекционирования.
Это Мерседес Бенц. Блин, скучно-то как. Хоть бы какого-нибудь, я не знаю, персонажа из Mortal Kombat туда запихнули. Ну кому эти тачки нужны, боже мой. На нем красовался Mercedes-Benz, редкий от того желанный экземпляр коллекции каждого мальчишки моего прошлого двора. Сердце бухнуло от ребра. Сердце бухнуло о ребра. Я с трудом оторвался от вкладыша, не веря в свою удачу. Это... Теперь понял, что можно найти в лесу. Только на твоем месте я бы туда в одиночку не ходила. Тебе вон от жвачки в забу дыханье сперло. А представляешь, что с тобой будет, были только тачки если и мотоцикл. Найдешь чемодан таких фантиков? Неудивительно, почему я этого не помню, ведь тачки-то так скучно, боже. Голову напрочь снесет! И пиши пропало! Необычное угощение, какая она сама. Под ее смешок я осторожно спрятал вкладыш в портфель, словно посадил бабочку в банку. Здесь все не так, как должно быть в понедельник утром. Кто же это такая? Вы приняли угощение лисы? Спрашивать было глупо, не ответит или соврет. Ужасно хотелось заглянуть под маску. Все больше казалось, что под ней прячется совсем не маленькая девочка. Может, Вова, да она даже по росту выглядит не очень маленькой. Слушай, вдруг он решил остаться в лесу? Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. Ты откуда знаешь про варежку? Ветер подхватывал слова, как дым от костра, и уносил в темноту в дремучую чащобу. Деревья позади скрипели и скрежетали ветками и костями. Или с ним что-то случилось в пути, что-то страшное. Лес словно оживал от ее голоса, прислушивался, принюхивался, точно любопытный зверь. Лиса отвечала таким же внимательным Дикие взглядом. Звери? Это, по-твоему, страшно? Ну, не знаю. Не знает. Уж не с двоечником ли я подружилась? Слово «двоечник» мне не понравилось, а вот подружилась даже я очень. Я хорошист. Белда пушист. Пойдешь со мной, хорошист Антон? Найдем ого, твоего куда? Вову и сам его спросишь, что он нашел в этой пуще. Кстати, Тостера, у тебя в ЕГЭ этот ремнант? Ведь пока мы вместе, никто тебя в лесу не тронет. Вот увидишь. Потому что в стимовский, блин, интересно, а мы сможем играть через EGS? Потому что у меня EGS-овский бесплатный. Ну, не бесплатный, я его покупал в то время. Просто я хз, мы вообще можем, сможем вместе-то играть завтра. Я просто не помню, там вообще есть какие-нибудь внутриигровые инвайты или как-то вообще работают. В Remnant можно? Ну да, я, конечно, мог бы купить в Steam, но мне кажется, у меня не будет открыт этот режим, если я... Не пройду кампанию. Можно было... Ну, может, у них свои серваки какие-то. Свой френдлист там какой-нибудь хз. Ну ладно. Внутри что-то тревожно заворочилось. Лучше уходи, посоветовал Шепоток. Нифига себе. Вот это ты, конечно, гений, так отвечать. Ты думаешь, я врунья? Но он ее расстроил. Да и пожалуйста, мне никогда никто не верит. В голосе незнакомки чувствовалась обида. Пойди пойми, наигранная или нет. Лиса отвернулась, будто я мигом перестал ее интересовать. Жвачка стала горчить. Вспомнилась папина любимая фраза «Где твои манеры, сын?» Ну типа она же лиса, ты же лиса, типа лисы обычно обманывают. Эй, колобок, пойдем повеселимся в лесу, потусим там с тобой. Да, а потом хоп. И медведь?
И все. Заманила, получается, в логово к медведю. А ведь лиса и вправду была ко мне добра. Не обижайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми. Ну, как в сказках. Мне бы только понять, что ты за лиса. Девушка мелодично хихикнула, прикрыв руками нос маски. Тогда пойдем со мной в лес, и ты все обо мне узнаешь. Но не сейчас, а когда рассветет. А то тебя, бедного, всего аж потрёхивает. Да выгляди, кондрашка хватит. Айда, провожу тебя до школы. Услышав это, собака согласно гавкнула и бросила возиться с варежкой. Я нагнулся, чтобы подобрать чуть было не сбежавшую от меня рукавицу. Если тебе по пути... Ля какая. Мы двинулись навстречу школе и потерявшемуся рассвету. Тут и там в окнах домов загорались огни, словно их обитатели подавали нам неведомые сигналы. За шторами мелькали силуэты, изредка лаяли дворовые псы. Из труб вился серый дымок, на кухнях бубнили телевизоры, звенела посуда. Мы посмотрели, как неохотно просыпается поселок, а сами осторожно шагали по заснеженным колеям. Я шел по левой, она по правой, а собака плелась за нами следом. Я ждал, что лиса продолжит свои чудные разговоры, но она всю дорогу молчала, словно играла со мной в какую-то ведомую ей одну игру. Лишь изредка плутовка хихикала, когда собака нелепо чихала от падающих на усы снежинок. Я первым нарушил молчание. Так как тебя зовут? А, ну конечно. Имена, имена, имена. Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд. Ну и как бы ты назвал такую лису, как я? Даже не знаю. Лиса? Писа. Но я читал про лису по имени Алиса. А что? Я не против. Пусть будет Алиса. Окей. И не поймешь, шутит она или серьезно. Я оглянулся, словно искал подсказки у собаки у темного неба без проблеска зари. Мои не мои вопросы оставались без ответа. Впереди уже вырисовывалась школа. Кирпичная коробка, застрявшая в нескончаемой ночи. Свет ее окон не сулил ничего хорошего. У нас в школе, короче, прямо перед парадным входом был большой... Вот отсюда вот, да, вот было вот такое вот большое, длинное, типа... стенд. Я не знаю, как это назвать. И вот там проходили все линейки, типа все школьники вот там вот выстраивались. Где-то у самого входа тусили учителя и типа вот... Перед входом там родители уже тусили. Прямо такая длинная такая. Туда обычно первоклашек пускали. Я когда в первый класс пришел, вот стоял где-то вот тут примерно, и мне в лицо каким-то репейником или каким-то там, я не знаю, каким-то укропом тыкал другой школьник, другой. Причем мой одноклассник, я даже помню, кто это был. И я такой, стыб. Почему у меня в лице укроп? Какого хрена? Эх. Вот. Было не очень весело. Агатам Норм в Ремнанте привязал свою запись, чтобы видеть игроков из EGS. Балдёж. Окей, хорошо. Вот, так что первое впечатление о первом звонке, или как он там, линейке первой, были не очень хорошие. Так, Фекс. Узбагойся. Осуждаю. Деревья часовые охраняли пришкольный участок. Крик, детский смех и чей-то свист разорвали тишину. Мы ходили сюда с мамой, как только приехали в поселок. Тогда школа казалась уютной. Пустые коридоры, пахнущие полиролью, пушистый снег снаружи. Тухорни. Второй раз я пришел один за учебниками и все пытался представить ровесников, скатывающихся по перьям. Малышей, бегущих в библиотеку, и учителей, важно вышагивающих по коридору. На пороге, в нахлобученных на затылках шапках и спортивных штанах, курили старшеклассники. Ты кто вообще курит прямо напротив школы? Чуваки, за гаражи надо бегать! Вас же ругают, там придут учителя, жесть. Асу.
Их вид развеял мои представления о школьном уюте. Колючие глаза и желтые от никотина зубы, кривые усмешки — все это вгоняло в тоску, равную по мощи хмурому зимнему утру. В те времена на крыльце курили? Ну, чё-то я сомневаюсь. Блин, Фекс, ну хватит, ну успокойся. Я прочитал твое сообщение. Погрузившись в мысли, я совсем забыл про попутчицу. После уроков жду тебя на заднем дворе. Возле повешенного. Кого? Возле кого? Она проигнорировала вопрос. Не опаздывай. За бассейн у нас бегали. У вас в школе был бассейн? Смотрите, кто-то из элитной школы в чатике. Офигеть. Давайте над ним насмехаться. Как в школе, знаете. Ха-ха-ха-ха, смотрите-ка, он богатенький. Ха-ха-ха-ха. Блин, ну бассейн вообще балдеж, конечно, прикольно. Завидую, завидую. Тоже был бассейн, но он никогда не работал. Жесть. Не, у нас не было в школе. Прикольно, наверное, если бы был, может быть, я бы даже в школе научился плавать. А так, научился только где-то в 21, что ли, не помню. У нас все за школу курили, потому что рядом стоял наркодиспансер, и пусть лучше учителя увидят, чем полиция. У нас за гаражи бегали, чуваки. У нас прямо рядом со школой была длинная ветвь гаражей. Типа, ну просто обычные гаражи для машины, и типа, ну вот туда все ходили. Осуждаю, кстати, курение в школе не курить. Это тупо бессмысленно и бесполезно. В спортивных школах есть бассейн, ну и в элитках. В обычных курят. Мы скидывались каждый год классом на ремонт. На ремонт бассейна? Его так и не починили, видимо, да? Было два бассейна, один частный во дворе школы, один внутри. Блин, ну это вообще какая-то жесть. Ты просто, ты закапываешь себя еще глубже, Вувков, ты понимаешь? У меня в школе был компьютерный клуб, куда сбегали с урок. У нас тоже рядом со школой был компьютерный клуб. Буквально вот в здании рядом со школой, которое на самом деле было зданием то ли какого-то исследовательского института, то ли было зданием какого-то... Блин, я не помню, скорее всего, в воинской части у нас в одном нашем маленьком поселке было что-то типа около десятка воинских частей, которые все потом позакрывали нахер, и осталась одна. Вот, и, короче, там был была маленький продуктовый, микро вообще, микропродуктовый, и прям под ним в подвале компьютерный клуб. Но он недолго просуществовал, где-то год, наверное, его закрыли из-за каких-нибудь... Не знаю. Либо он не окупался, либо его учителя просто. Может, вообще все компьютерные клубы не окупались, может быть, поэтому они и закрылись. Хрен его знает. У меня прям в здании школы, только с другой стороны надо было заходить. Не, прикольно. А, прям в школе, куда сбегали с уроков. Потом перенесли в соседний двор. Ну вот, не, у нас вот... Типа, чтобы попасть в этот компьютерный клуб, надо было перелезть большой стальной забор. Довольно-таки опасный в плане вот этих вот штырей, знаете? Типа такой он был, как пики точенные. Вот. Да, все компьютерные клубы закрывались быстро. Это правда. Там вечно все воровали. А, ну может поэтому, я не знаю. Я помню, вот на свое детство я помню 3 компьютерных клуба. Один рядом с продуктовыми просто в поселке, один рядом вот со школой, о котором я только что рассказал, а третий был вообще в поселке, который был далеко, и до него надо было добираться по железной дороге пешочком вот так вот полчаса. Но мы туда ходили, да. Мы туда тоже ходили. Рядом с ним еще шавушная вкусная была. Да, компьютерный клуб, ну, у меня не то, что прям поселок, ну, типа, да, спальный район. По-другому место, где я жил, не назовешь. Это был реально спальный район в Московской области, в 2 часах от Москвы.
Так что, да, они были, они плодились один за другим. Один умирал, второй появлялся. На моей памяти, сколько учился, ни один не закрылся. Не, у нас прям закрывались. Спальный район, это как? Это как? Ну, это где-то порядка 40-10 этажек, 10 воинских частей и 10 продуктовых магазинов. Все. Больше там не было ничего. И одна школа. Все, больше... Все. Играть будем? Да, давайте. Ну, просто лирическое отступление. Поехали. Не опаздывай, говорит. Я поколебался, и хочется, и колется, говорила мама, когда я никак не мог решиться. Мысль о маме помогла ответить. Я после школы сразу домой. Эх, Антоша, Антоша. Это я тебя так просто отпустила. Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся. Клещами не оторвешь. Жесть. Попомни мои слова. У меня как-то зевнуло классно. Лиса разинула пасть в широком зевке. Че это еще за трюк такой? Кто-то из пробегавших вдалеке ребят выкрикнул мое имя. Я машинально обернулся на крик. Увесистый свежок, снежок прилетел в полуметре от моего плеча и задел собак, попился баня. Жалобно тяфнул, дворняжка припустила в сторону ручья, только хвост мелькнул. Темнота пожрала ее. И лисичка пропала без следа, растворилась в морозном воздухе. А может, в тень мою спряталась, и я сглотнул. У там Витос в ТФТ предлагает, но... И хочется и колется, сказал Тян, когда пошел романсить лису. Привет, только решился поиграть. Нет, это заказик от монстра. Кстати, монстра, я помню свой любимый компьютерный клуб. Там я играл в Postal 2, и никто не трогал мои сохранения, ибо кто будет трогать сохранения молчаливого чела, который играет в Postal? Да, звучит как ошибка. Мне еще забавно запомнился компьютерный клуб в Астрахани. У меня там родственники по маминой линии. Мы туда ездили, с братом пошли. То есть, вот вам по 12 где-то лет, вы приезжаете к родственникам, находите в новом городе компьютерный клуб с братом, играете там в Half-Life, который этот... Crossfire карту. В Crossfire, короче. И к тебе реально на этот Crossfire залетают еще несколько человек из клуба, и вы начинаете играть друг против друга. И такой, во. Балдеж. Че, жвачку? Че, какую жвачку? Вот же не повезло. Глубоко вздохнув, я двинулся к школе, к запаху котлет в тесте. Котлеты в тесте? Клюющемуся на снег свету. В смысле, сосиски в тесте. А еще пицца. Школьная пицца самая вкусная. Интересно, чего это гнездо? Может, сороки-воровки? Тогда наверняка в нем полно всякой блестящей всячины. Цветные стекляшки, лимонадные пробки, отполированные монеты или детские брекеты. Неподалеку, взобравшись передним колесом на затянутой гололедицей бордюр, разместилась новенькая Волга, черная, как сажа. Словно сбежал из папиной страшилки, что он любил рассказывать на чердаке в грозу. Помню, как он грустно улыбнулся. Припоминаю похищающих маленьких детей. Отец говорил, у него словно внутри катафалка. В окошке салона маячат белые шторки. А в номере стоят буквы ССД. Знаешь, что это значит? Да. Солид что-то там диск. Смерть советским детям. Жесть. Смешно, я ведь тоже родился в Советском Союзе. Воронок все-таки, а что это такое? Да хватит кашлять. Высокий мужчина курил, пуская клубы дыма по ветру. Черная Волга? Это ее так назвали? Ни разу не слышал. На учителя не похож, или может физрук? Я осторожно смотрел его лицо, будто высеченное из гранита, заячью губу над тлеющей сигаретой.
Мужчин поигрывал брелоками и внимательно смотрел на меня. Огонек отражался в глубоко посаженных глазах. Я потупился. Взор громил и лениво отклеился от меня и устремился на дорогу. Учитывая новый перевод SSD и то, что он стоит почти в каждой квартире, как-то крипово. Да. Вообще-то не похож на да, обычный охранник, в смысле. Толпа голдящих старшеклассников с шапками и набекрень, таким лучше на глаза не попадаться. Уж эти старшеклассники из Саус-парка. Ух. На него кликать не надо было, на кого? На него я... Золотая лутбокс сороки, воронье гнездо. О, погнали, да. Я тот самый человек, который не любит школьную пиццу. Блин, школьные пиццы были самыми лучшими. 10 рублей за главное лакомство. 11 лет. За дверьми приглушенно звучали голосами, горели лампы. Тьма ползла мимо окон, и казалось, что школа плывет в открытом космосе, как заблудившийся звездолет. У тебя цвета потерялись на стриме. Вон, я поищу. Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу и расписание. Все что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе и через стену рюкзаков и спин сумел разглядеть то, что вызвало такой живой интерес. Слева от расписания к стеклу было приклеено объявление, отпечатанное на принтере листок. Еще что-то есть? Февраль. Внимание, пропал ребенок, Матюхин Вова. Матюхин Вова, 10 лет, ученик 4В класса. 5 января, примерно в 16:00, ушел из дома и не вернулся. Последний раз замечен на мосту через реку Ольшанку. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном, вязаную черную шапку, шарф серой варежки с зелеными полосами. При себе мог иметь пластмассовый автомат. Особые приметы. Рост 142 сантиметра, худощавое телосложение, волосы русые, глаза зеленые. Всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Вована, просьба звонить. Родители Вова милиции. Вова Матюхин, так его звали. 4 класс. На зернистом отпечатке Вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз. Может, этот живущий в чащобе мрак впитался в его поры и изувечил лицо. Пластиковый автомат не защитил от шепота ветвей и воющего ветра. Пустые глаза исчезнувшего школьника сверлили меня, будто молили о чем-то. Не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну. Уселся на подоконник. Этаж постепенно заполнялся детьми. Они собирались группками по несколько человек. На меня никто не обратил внимания. В сумерках у туалетов детские голоса чеканили считалочку. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Сейчас как физрук увидит, и все, приехали на подоконники. Я повернул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам, но тут мое внимание отвлекло громкое цоканье. По коридору, гордо задрав подбородок, продефилировала учительница. Каблуки стучали о пол, как копытца. Им вторили шаги девочки, которая держалась рядом. Очень важная, она остановилась, чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет. Староста, наверное, вон ей вручают классный журнал. Екатерина, возьми, пожалуйста. Учительница открыла кабинетную дверь, и толпа, галдя и толкаясь, повалила внутрь. Среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с прыщавым лицом, за странности напоминавшим гранат. Недоброе предчувствие зашевелило волоски на моем загривке. Встречал я уже ребят с такими бегающими глазами и таким каркающим смехом. Девочка, похожая на учительницу, ее уменьшенная копия, предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропке вошла в кабинет. Так, это же Аня. Только не Альбинос. Какая Аня?
Какой-то паренек замешкался в проходе, и рыжий тут же пихнул. Топай речь, ему дело. Жесть, ты че обзываешься? Мальчик полетел, размахивая ручками в попытке сохранить равновесие. А, сестра? В смысле? Нет, не похоже, вообще не похоже. Толстяк рассмеялся, противный гогот подхватил несколько человек в его окружении. Они хохотали, словно щелкали ножницами, большими страшными садовыми ножницами. Чик-чик. Кабинет засосал детей, коридор опустел. Мне захотелось врасти в подоконник. Какие странные следы. За окнами редкие фонари боролись с темнотой, барахтались, как флуоресцирующие рыбы в черном океане. А что если сейчас убежать, выйти туда и раствориться во мраке? Я представил, как бегу по снегу, как он скрипит под моими ногами, и с каждым шагом я все легче, все невесомее. Ау! Трель звонка взорвала видение. Я с неохотой отлип от окна, потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс, и вошел в класс. Это Ди Каприо? Почему он так похож на Ди Каприо? Написано, какой это Леонид Андреев. Я не знаю никаких Андреевых в школе, но он очень похож на Ди Каприо. Может, это все-таки Ди Каприо? Там, где он вот этот вот, из Джанго. Горький вроде. Не, написано Андреев. Ты похож на Ди Каприо. Только с усами. Ну, типа из Джанго. Чопорная учительница смерила меня раздраженным взглядом поверх очков. Стоп, ГГ сидит не у левого окна. Ну, вообще каноны аниме не соблюдает. Ну, как так можно-то? Книга — это духовное завещание одного поколения другому. Гирт. Красный смех написал. Топ книга. Ребенком читать было самое то. Блин, я не знаю, кстати. Гоголь, Грибоедов, Булгаков, Есенин, Достоевский. Помнить бы хоть чьи-то работы. Помнить про Достоевского чуть-чуть, Гоголя чуть-чуть. Эти трое что писали, вообще без понятия. Чёбурная учительница смерила мне... А, да. Я новенький. Здрасте. Я примерно так же с рюкзаком хожу в зал. Как школьничек такой. Мне вот сказали к вам подойти. Заснеженная лесная тропинка велась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворенно шуршали сосны. Хм. Не надо крипоты там больше, чем зайчики. У ГГ аниме у окна левого сидела всегда. Она уткнулась носом в журнал и пролистала страницу. А фамилия-то как? Нет, ты не можешь быть ГГ аниме, потому что все обычные японские школьники мужского пола. И это они сидят у левого окна. И выискивают себе тян. По всему классу. Фамилия-то как? Петров. Громче говори. Чего мямлишь? Петров. Хм, нет такого. Ну, жесть, не туда пришел. Лох, получается. Она долго и тяжело смотрела на меня, точно пыталась уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица, квас дышал, фыркал единым организмом, как опасный зверь. Ты не ошибся? Нет такого в списке. Либо скетчбуки, которые с неба падают. Предательски дрожали колени, кружилась голова. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6 В. Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки и разразился хохотом. Что за бардак? Шум резко стих. Класс припрятал смешки для более удобного момента. Понаберут студентов. Только знают, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже... Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Учительница пронеслась мимо, злобно бормоча. Я остался один посреди класса. Хорошие учителя получаются. Вместо того, чтобы представить нового ученика, конечно же, идут ныть своему руководству. Молодец.
Будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков, я потупился, чувствуя на себе глумливые взгляды. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Вновь представил, как бегу далеко-далеко отсюда, наперекор холодному ветру, взмываю над соснами в прыжке. И никого нет вокруг, только попутный ветер. В глазах одноклассников читался немой вопрос. Этот новенький, он наш или он чужак? Кто-то что-то еле процедил, и по кабинету прокатился сдавленный смех. Доску вытри! Легко было понять, кто тут главный юморист. Эй, ты чё, не только слепой, но ещё и глухой? Доску вытри, говорю! Теперь тряслись не только колени. Всё тело било мелкой дрожью. Я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. Ну что мне с тобой делать-то? А рядом с этим челом как раз есть свободное место, да, видимо? Жесть. Только что понял, что в названии стрима ник неправильно написан. Где че? А, да? Ну да, единичку забыл. Ладно, бывает. Что мне с тобой делать-то? Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семёном. Здорово, Семён, как дела? Еще чего? Толстяк демонстративно водрузил рюкзак на соседний стул. Почесал брюхо и ухмыльнулся. Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? Класс притих. А чё нам не сделает? Бабуля! Давно игру начали. Мы уже полтора акта примерно прошли, плюс-минус. Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро. Семён не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портрет писателя на стене. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение. Прочистил горло и продолжил сдавленно не своим голосом. Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Учительница громко засопела, посмотрела на меня, на Семён, затем снова на меня. Ладно. Садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим, чтобы подошел после уроков. Бабурин. Будешь по классу дежурить, ясно? Ха, лох. Семён криво улыбнулся, сочные прыщи зрели на кончике его нос. Я пошел до Одри, боясь споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади за сам последний парт, на который грудой валялись старые плакаты. Места для изгоев заняты, можно приступать. Вот и хорошо. Начнем урок. Сори, возможно, токсичность, но давно прыщавые толстячки были авторитетом класса. Ну это же не авторитет, это же типа ты, это, главный шутник, который пытается своими шутками, типа, как-то показать, что ты крутой. Тема. Когда традиции нет. Русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Жуть какая. Толстяк обернулся ко мне, взгляд его сулил долгие дни, недели, месяцы издевок и тычков. «Я тебя запомнил», — говорили эти водянистые глаза. Поднять самооценку. Да, именно. Уже пару уроков спустя я увидел в своей тетради растекавшийся амебой желтоватый плевок. Эх. Позже в столовой Семён вроде бы случайно облил меня компотом. Десертный напиток, сваренный из смеси сухофруктов и ягод. Как подают. Десертный напиток. Блин, у меня пиво закончилось. Компот. Выходя из туалета, он так тряхнул мокрыми руками, что морось попала мне в лицо. Перед последним уроком Семён вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. О май! Ну... Ты же не в аниме, ты же в России. Они с руганью расступились, а я, не удержавшись, ткнулся лицом в грудь той важной девчонки, которую раньше принял за старосту. Ой! Я тут же отпрянул, сгорая от стыда. Прости, ты в порядке? Я... Неожиданно она подбоченилась. Что это вообще за слово такое? Нет, ну вы посмотрите на него.
облапал меня прямо у всех на глазах. Я сейчас все маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец. Как будто бы тот же голос, что у Трикси, наверное, не уверен. То есть, может быть, это и есть та лисичка, но это не точно. Я пока не знаю. Наверное. Мне кажется, их как бы логично показывать подряд друг за другом. Тебя из школы выгонят, извращенец. В ее глазах было какое-то садистское веселье. Глаза лиси. Да, глаза еще похожи тоже в том. Я еще в прошлых моментах показалось так, но не стал об этом говорить. Словно во взгляде ребенка, подносящего горящую спичку к беззащитному майскому. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет. Жесть, ты че разрываешь? Она уставилась на мои очки и радостно скалилась. Ярость вскипела в груди, но гоготь Семена охладил мой пыл. Толкнули? Че, правда? Он подошел вальяжно, окутывая запахом семечек и гнилых зубов. Семечек, он что, бабка, что ли? Затем резко сбил меня с ног. Вот так, да? И что ты сделаешь? Хулиган нависал надо мной всем своим видом, как бы говоря. Ну же, давай, дай меня, попробуй. Да какой отпор, чё мы ж мямли школьники. Какой отпор, ещё стерпеть, конечно. Я шумом втянул воздух, встал, массируя затылок. Семён гримасничал, словно спрашивал беззвучно, и что ты хочешь сделать? Я посмотрел на его красные кулаки, казавшиеся мне в тот миг огромными, и я понял, если скажу хоть слово, он ударит. На терпилочах, да. Он будет бить, пока я не заплачу. Пока я не попрошу пощады, а может и тогда не остановится, и никто мне не поможет. Простите, я споткнулся. Какой жалкий писк, жесть. Если бы можно было действительно загореться от стыда, я запывал бы сейчас, как головешка в печи. Ходить нормально научись, слепошара. Опустив взгляд, я протиснулся мимо Семёна. Он обдал меня кариозной вонью. Блин, надо было сейвануться, я, кстати, давно не сейвился. Ну, уже поздно, но можно и сейвануться, в принципе. Терпи. Толстяк смачно сморкнулся у меня за спиной. Мышцы меня мои одеревенели, и я почувствовал, как напоследок он вытер ладонь о мою спину. А побрел дальше под издевательские смешки со всех сторон. Униженный и оскорбленный, вы не умеете постоять за себя. Сейвы не нужны уже. А я не знаю, я просто так сейвлюсь. Типа, почему нет? Я откуда знаю, нужны, не нужны. Все было гораздо хуже, чем я предполагал накануне. После занятия я специально задержался подольше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Семён не появился на последнем уроке, и это вселяло надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне. Это радовало, не хватало еще встретить его в пустом коридоре. Перед глазами перевернутыми, подковами плыли ухмылки одноклассников. Издевательство надо мной изрядно повеселило класс, и те, кто его прозевал, просили у свидетелей в красках описать произошедшее. Нужно было отправить меня в школу для уродов, где среди горбатых, хромых и треногих я бы особо не выделялся. Пока школьники с шумом и смехом расходились по домам, я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники. Я напряженно всматривался в окно во дворе, и на участке у школьных ворот Семёна не было. Я не очень-то верил в такое везение, так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустеющем коридоре. Шум ушел на первый этаж. С кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором. За дверьми туалетов журчала вода. Я остался один в целой школе. Не один, пришла внезапная мысль. Я вспомнил о пропавшем мальчике. Его портрет сейчас висел на доске у расписания. Вспомнил, что он улыбается, и что он смотрит на меня, и что он, скорее всего, уже мертв. Ух. Я вздрогнул и обернулся. Огайо гозаймасу. Сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки, потом я заметил, что его держит девочка из моего класса. Миленькая.
На уроках она сидела за второй партой второго ряда, несколько раз я ловил на себе ее взгляд. Ну, как мы знаем, по бесконечному лету самые миленькие тихоня, самые безумные. Поэтому привет, пока. Я Антоха, увидимся завтра. И сам украдкой смотрел на нее. Просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое, на ручей, небо или на девушку, которая не гогочит со всем хором над шуточками Семена. Не перешептывается с Катей, поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как я, оставалась в классе и либо глядела в окно, либо рисовала что-то на зеленом, в зеленом блокноте. Здравствуй. Я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дощатом полу. Я видела, как Бабурин тебя толкнул. Бабурин. Ты в порядке? Шишка немного поболела, но не, она доставляла мне неприятности. В порядке. Пустяк. Ага, пустяк. Этот придурок в последнее время совсем распоясался. А нет, вот ее вот это голос. Может, Трикси нескольких персонажей озвучивала, но вот тут вот прям вот очень похоже. Какая шишка. Врезал бы ты ему. Да, вот она больше на лесу похожа. Угу. Вроде Семен раньше таким не был. Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Да, вот это Василис наш, да, из Блэкбуки. Девочка смотрела на меня чистыми внимательными глазами. А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Ну да. Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Я бы так не смогла. Упоминание о лесе заставило меня поежиться. Я подумал о переплетенных ветках, о змеящей тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталось, как лишайник среди косых деревьев. И выдал самую настоящую ложь. Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась. Словно смахнула наваждение. Да так, ничего. Меня, кстати, Полина зовут. Здорово, Поля. А меня Антон. Ну, это я знаю. Ой, мне на музыку пора. Удачи. Она сделала пару шагов и остановилась. Удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоток с журнальных постеров или на актрис из кинофильмов. Вполне может быть похожа. Но в свете потрескивающих ламп она была притягательнее их всех. А ты играешь на чем-нибудь? Два года назад мне купили гитару. Я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музицировать. Перемен, мы ждем перемен, песня Цоя точно ложилась на мои мысли, на желание изменить хоть что-то. Вокалист и лидер рок-группы Кино, игравший в стиле пост-панка и новой волны. Их хит «Мы ждем перемен» является одной из самых популярных в России стихотворных строк, включающей в числе прочего русскую мировую классику. Цой погиб в автокатастрофе. Настолько популярных, что я понятия не имею, что это за фраза. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструмент кому-то, кому он нужнее. Увы, не играю. Жалко. Мошка на экране! Да блин, не смог ее раздавить, отстой. Летело, все будет ночью кусать. Нет, я серьезно понятия не имею, о какой фразе. Может быть, если бы я услышал какую-то песню, ну... Типа, строку из песни, может быть, я бы понял в теории, но, скорее всего, нет. Потому что вот сейчас, прочитав эти строки, я нихера не вспомнил Цоя. Я Цоя знаю только этот, про... Ну, ничего, получается, не знаю, потому что сразу не вспомнил. Во время белорусских событий изо всех щелей вообще не серьезно, без понятия, просто без понятия. Блин, мошка только что села на мою пивную кружку, и я снова не смог с ней справиться. Ты киша не знаешь. Да, и не очень-то хотел. Восьмиклассниц я только от друга слышал, как он на гитаре ее играл. Группа крови... Ну, группа крови, да, но это... У нее гача-версия клевая есть, а так бы ни разу в жизни не услышал. В «Майор Громе» было кавер. Ну, я «Майора Грома» смотрел. Да.
Перемен требует наше... Честно, вообще не трогает ничего. Ну, типа... Нет, не знаю, не помню, вряд ли, не уверен. Тян не по року. Да, не по року. Ну ладно, я побежала. Пока! Крик девочки подхватило гулкое эхо. Туфли застучали по школьным коридорам. Пока! Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Ой, извини, говорил Семен, толкая меня на лестнице, да так, что и шею недолго было сломать. Жесть, какие они криповые. Монстра, но я не делал там сейф, поэтому это ситком, да, походу. Пойду в барчик, буду смотреть запись. Давай, хорошего тебе вечера. Надо тоже в барчик выбраться на выходных или завтра. Или я случайно обливаю меня компотом в столовой, так каждый день. На секунду я не мог расслабиться из-за потока случайностей и с ужасом понимал, что это только начало, а дальше будет хуже, но сделать уже ничего не мог. Я ходил по школе, опустив глаза в пол и считал минуты до конца уроков. Лишь иногда, поймав на себе взгляд Полины, я задыхался от стыда и готов был драться, но, как назло, ничего не происходило. Потом запал кончался, и все продолжалось по-старому. Домой я ходил один. Сначала через поселок, потом по мосту через реку и, наконец, через лес. Минут 10 дорога ползла между деревьями, прохожих не было. Только иногда, будто боясь завязнуть в снегу, медленно проезжали машины. Я старался идти как можно быстрее, потому что белые от снега. Ветки и черные стволы создавали странную иллюзию. Казалось, кто-то бродит по лесу. Кто-то высокий, неуловимый, готовый в любой момент вытянуться деревом или упасть на землю сугробом. Или чихнуть. А потом, когда внимание к нему ослабнет, вновь продолжайте свой путь вдоль. Ну, здорово, Антошка! Ну, здорово. Пойдем копать картошку. Ай, как же ты не вспомнил любимую песенку советскую из твоего любимого мультика. Ты его, наверное, каждый день пересматриваешь. Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещер, вышли ухмыляющийся Семен и его гогочащая шайка. Опачки, какая встреча! Йо, братухи, здорово! Как ваши сегодня спортивочки поживают? Дыр на жопе нет? Очкарик в зубе, сарик на! Словно хищная стая, они окружили меня, вынуждая пятиться. В нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно я лизнул батарейку. Глядите на этого сопляка, пацаны. Ой, я сопляк, я сейчас минуту дайте мне. Счихался, чё-то вообще жесть. Тян, пора начать новую волну ностальгии. Блин, ну... Не могу... Блин, дурацкая мошка, вот она летает тут, и я никак не могу ее прибить. Очень хочу. Тварь. Монстр, короче, я не знаю, но я могу... Ну, я... Да, но я уже сделал выбор, как... Типа, проходить новеллы и загружаться, когда ты сделал плохой выбор, это как-то странно. В школе так споткнулся, что паркет помял. Этот снежок был похож на эту мошку, которая здесь летает. Я же теперь от нее не отстал. А ремонтировать кто будет? Скинься на ремонт, терпила. Не бзди, мы тебя правильно ходить научим.
Жесть, у него печатка, вы посмотрите. Там примагем! Брата, подай, друг, Семён, я тоже в Геншин играю. А ты кого последним выбивал? Я вот Альхайтама. Семён демонстративно поднес к моему лицу весь кольцо-печатку с каким-то геометрическим символом. Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клеймо на всю жизнь останется. Стой! А голова мотнулась, врезавшись в кулак Семёна, красные искры брызнули из глаз. Сейчас меня забьют толпой. Бяша! Подсоби! Бяша! Семён грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами, и тот подставил подножку. Попал на острую корку льда, и толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как заныл? А ты случаем не педик? Осуждаю! От злости и обиды я начал задыхаться, но теперь я точно хочу загрузиться и выдать ему по щам. От злости и обиды я начал задыхаться. Боль нарастала. Ухо пульсировало и пекло, точно его отрезали, а поверх пришили ком крапивы. Чё молчишь, Антошка? Отвечай, ты педик. Осуждаю! И тут я почувствовал чистую, незамутненную ярость, концентрат моей злобы, как чернила спрута, она всплывала из глубин сознания, заполняя все мои мысли. Твари! Знаете, что мой отец... Кто-то петь? Осуждаю! Семён загоготал. Это стало последней каплей. Страх и злость сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. Он и кидо занимался, поняли? Он еще воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает. Я только слово скажу, он... Мальчишка в спортивном костюме поднял руку, остановив поток лжи, и сделал пару шагов вперед. Семён медленно отступил, дав мне возможность встать. Это было неожиданно, главный в банте оказался не Бабурин. На деле все слушались этого, похожего на хищного зверька парнишку с крепкими и острыми зубами. Сосны качались молчаливыми стражками. Неужели поверил? Или его смутило мое перекошенное от ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. Рома. В Афгане. А твой? И мой. Да, и в каких войсках, интересно? Я замял страх, вцепился в глотку злости и пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка. Бля, буду на. Думал меня так просто развести? Да откуда я он тебя, помнит? Сучонка, насквозь вижу. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. Хана тебе! Во-во! Давай, Антошка, молись, чтобы твой труп по весне нашли мне. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В Дашти Марго, блять. Дашти Марго в переводе с персидского означает «долина смерти». Глинисто-песчаная пустыня на Ближнем Востоке и в юго-западной части Афганистана. Там во время Афганской войны советские войска уничтожали караваны с наркотиками, которые обменивали в Иране на оружие. Сёма, ушатай-ка его! Сёма, ёмана! Хулиганы вновь сомкнули кольцо, и я оказался напротив Семёна. Кровь стучала в висках. Ветки качаясь, как будто что-то шептали, обнадеживали. Стиснув зубы и борясь с мыслью, что выгляжу глупо, я встал в боксерскую стойку, которую частенько видел в кино. Хера ты, Майк Тайсон! Да. Это была моя первая драка. Запомню на всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Краем глаза я заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходил туда-сюда. Я почувствовал клешни Ромы, схватившие за портфель. Манатки, Антошка! Махаться мешает. Я был уперся, не желая подчиняться мерзавцу, но ловким движением выудил из-за пазухи нож-бабочку. Демонстративно крутанув, подставил острие к моему горлу. Слышь, Фрей, расслабься, а то больно будет. Вместо слов я выдохнул клуб пара. Громко же дернул изо всех сил, рюкзак перекочевал к нему. Вальяжный и спокойный. Противно скалясь, он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да?
У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Сейчас погляди, может, это был... Как же это смешно. Опачки! Ромка многозначительно ухмыльнулся. Ой, сменки-то нет твоей! Нахер она тебе не сдавалась, твои вонючие ботинки. Что это у нас здесь? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное напоминающее... маску. Он поднял ее высоко, словно показывал кому-то еще, кроме нас, кому-то в кронах, в сумерках за деревьями. Старая маска зайца, длинные потрепанные уши, едва заметно нарисованные нос и усы. Облезлый мех на щеках. Откуда ей было взяться, подбросил кто? Семен хохотнул. Новый год уже прошел, мудила! Или ты реально поехавший? Ну, походу, судя по всему, с таблетками, которые мамка ему дает. Ты не мое! Да как не твое, э? В твоем портфеле это как та история из бойцовского клуба. Ромка наблюдала за этой сценой и хитро. А знаешь что? Надевай. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Давай, давай! Или без станов домой пойдешь на. Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса пойдет? Полин, например. Нет! Сёма, надень-ка на него. Бяша услужливо подскочил к приятелю, взял облупленную маску, отвесил шутовской поклон. Затем передал ее Семену, уже потиравшему руки в нетерпении. Я оглянулся на сосны. Словно ждал помощи, ждал, что тени, ползающие вокруг нас, жалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали изломанные. Я случайно не прочитал, что они там напоминали. Под страшными углами руки. Почерневшая кора была обварившейся кожей, а тьма гарью. Не убегу, не успею, догонят. И тогда... Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Плевок был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по-звериному дернулся, скривился, хотел что-то сказать Семену, но промолчал. Сёма терся рядом. Мерзительно скалясь и опаляя меня вонью из пасти. Надевай, быра! А ту урою! Маск словно бы стал еще отвратительнее, злее, вопреки всему, казалось. Она могла подарить спасение, стать второй кожей. Только примерь, только коснись лицом ее твердой бугристой поверхности. И мех засеребрится, уши затрепещут живыми мышцами. Кстати, надеть ее Семен с компанией не станет навсегда. Ну, как будто бы других вариантов у меня и нету, да? Я протянул руку, она больше не дрожала. Семен вручил мне маску и злобно расхохотался. Шерсть была теплой, как я и подозревал. По коже пробежали мурашки. Электричество застроилось по позвоночнику. Вот оно, мое спасение. Из колодца моего подсознания шептал голос, просто надень ее, и никто не причинит тебе вреда. Лес застыл, всматриваясь в меня трещинами коры. Я начал действовать не спеша. Снял очки. Корсу снега стер гадкий плевок с папье-маше. Внутри заящего лика что-то шевелилось, словно пыталось пробиться наружу. Надо ему помочь. Может быть, Локер? Я поднял маску и стал подносить ее к пылающим щекам. Как в том фильме с Джимом Керри. Маска — это сила, маска — это власть. Картонка коснулась щек, повторила линию скул, носа устроилась поудобнее. Пахло звериной берлогой и хвоей. Губы ткнулись в бугристый материал. Жесть, он все-таки не медведь. Наши шутки про... Baldur's Gate 3 были напрасны. Моя броня. Удивительно, сквозь прорези старой карнавальной маски я видел так же хорошо, как сквозь стекла очков. Застывшая троица на поляне, замерзшие в воздухе пушинки. Деревящие тени струились ко мне черными ручейками, и странная фигура в ранних сумерках забурело. В тишине Семен неуверенно произнес. Пацаны, что это с ним? Я расправил плечи, мускулы налились сталью. Незримые дымчатые шлейфы отделились от стволов и поплыли ко мне. Всего леса впитывалась в моя поры сила земли. Я улыбнулся под маской или оскалился.
Засвербили кулаки. Жесть, он вспотел. Заурчал желудок. Он превращается! Сами напросились, я сделал шаг вперед. Семен осторожно двинулся ко мне, будто ступал по тонкому льду. Передо мной вновь велась тропинка из моих грез. Бесконечная манящая та, что уводит прочь от всех проблем в новую великолепную страну, волшебную небылянь. Я дернул молнию, расстегнул и сбросил рывком куртку. Зарычал. Он что-то металось под шкурой в поисках выхода и пошел прямо на Семена. Он превращается! Где же твои превращаются? Твою мать. Превращается в конченого мудака! Ладно, неплохо. А пушка взорвалась истеричным смехом. Даша схватилась за живот. Рома хмылял, скача головы. Крыгучий Семен плюнул себе на костяшки и помахал кулаком, как дубинка. Ну и дебил же ты тоже. Осуждаю. Кулак врезался в маску, шерсть не смягчила удар. Блин, он не стал суперзайцем из Балдура. Жесть. Не было ни сил, ни волшебного дыма, испускаемого соснами. Я летел к кустам и упал на пятую точку. Зрение, обостренное адреналином, вот снова упало. Вот это был номер. Думал, он на четвереньки встанет и сгрызет нас всех, как морковку. Не, ну вы видели? По геншину мы знаем, что морковку не для этого используют. Видели? Это считается, что он попрыгал. Это даже лучше. Я всхлипнул. У маски все же был один плюс. Если я разревусь, никто этого не увидит. Дурик, да тебе в психбольнице мест. В психбольнице для животных, на! И навернулись. Семен уперся коленом в сугроб и вырвал из моих онемевших пальцев очки. Да очки! Я домой не дойду! Чё ж, знаешь, какой у зайцев нюх? По запаху доберешься, не ссы! Прыг-склак! Прыг-склак! Семен сунул трофей себе в карман, довольно ощерился. Кролики очки не носят! А теперь вали отсюда, Даун! Осуждаю, микрофон выключал, осуждаю, жесть, пошли нахер, чуваки. Я, пошатываясь, встал. Деревья размылось в сплошную стену тьмы. Вокруг колебались три размытых силуэта. Черные пятна, глазницы и рты, только мерещилось, что глаз и ртов больше, чем должно быть. Я повернулся к лесу и случайно нажал на кнопку. Какую-то не ту. Ботинок Семена помог. Глазки хочу закапать. Не то. Ботинок Семёна помог, ага, тем самым постыдный побег ускорив. Прыг-скок, прыг-скок! От обиды я швырнул маску во враг, а затем пошел зигзагами. Маски шоу, вы надеялись на чудо? Ну да, немножечко. По просеке один-одинёшник в огромном заснеженном мире. Стволы выгибались, и их кроны исчезали во мраке. Небо будто придавливало к земле. Хотелось плакать, но слезы иссякали. Но слезы иссякай. Глубокая мысль. Осталось уныние и тоска, желание зарыться в снег или уйти в Небыляндию, присоединившись к Вове и Сенечке. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда прочь. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Да, ну, мам... И как можно быть таким рассеянным? Ты думаешь, я деньги печатаю? Как же? Будешь до следующего года в старых очках ходить. Ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! В меня словно дробью пальнули. И Мефия лишь зашевелил губами. Со звоном разбились дребезги чашка, а эта мама выпустила ее из рук. Ее лицо было бледным, оно растерянно уставилось на осколки. Эта короткая, в доли секунды, пауза длилась вечность. Потом мама с досадой сказала. То сова, то лиса. Когда ж тебе надоест? Правда, правда! Такая пушистая! Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек.
Она меня позвала, а тут мама вышла и лиса убежала. Не было там никакой лисы. Не выдумывай. Не подходи к ней. Если бы понадобилось, я был готов трясти сестру, как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивленно посмотрела на меня. Я стушевался. Ну, лиса ведь укусить может. Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы воровали детей, и представила лису вольную, хищную, бегущую быстро-быстро по ночному лесу с дергающимся мешком в обнимку. Это ж была не настоящая лиса. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. В этой игре нет Рута с электроником. Ну, может быть, разве что с этим Семеном и Романом и Бяшей. Рут с Бяшей. Ten out of ten. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Только она была взаправду. Видишь? Мама устало улыбнулась, словно это все объясняло. Я тоже выдавил из себя улыбку. Жалкую, как тонкий кусочек мыла, перед тем, как оно окончательно растает в руках. Но оставшись наедине с сестрой, я шепнул. Еще раз увидишь ее, беги. Нет, ведь я еще доигрываю и... ТФТ сегодня уже не получится. Сейчас уже 10:30. Жестко. Я зажмурился и бросил в рот витамины. Запил их водой. Хватит сходить с ума, пожалуйста, хватит. В пятницу вечером я сидел за уроками. Самое сложное я уже сделал. Кстати, он есть без ров. О боже, жесть. Оставалось только рисование, любимый предмет. Нужно было изобразить какое-нибудь сказочное существо. Сначала я хотел нарисовать динозавра, а то кисточка сама потянулась к оранжевой краске. Для криповая. Мазок за мазком, и на бумаге медленно по частям появилась лиса. Будто вылезла из белоснежной бумаги. Встала на задние лапы и хитро заулыбалась. Кисть мазнула, рисуя пушистый хвост, и выпала из ослабевших пальцев. Закончив рисунок, я долго с удивлением разглядывал его. Точно не мог понять, откуда же взялся этот рыжий зверь. Чем дольше я смотрел, тем страшнее казалась мне лисья улыбка. Хищная, фальшивая, напоминающая улыбки женщины из журналов для взрослых, какие попадались за стеклами газетных киосков в городе. Манящая улыбка, маскирующая откровенную злобу, а вот глаза лисы получились красными, будто налитыми кровью. Выглядели они совсем как дырки от пуль, какими их показывают в боевиках. Не помню, чтобы рисовал такие глаза. Я отодвинулся от стола, и свет лампы отразился на важной краске. Рисунок лоснился, мерещилось, будто лиса следит за мной. Ждет, чтобы... Антон! Хитрый... Батя! Ты что, оглох? Да. Я задумался. Тебя спрашиваю, ты сестру не видел? Опять она где-то прячется. Что-то мелькнуло под кроватью, и я замер. На секунду показалось чумазое личко Оли с приложенным губам пальцем. Оля, я тебя вижу! Вылезай, ты же в пыли вся! Оля выползла и понурив в голову, принялась отряхивать колготки. Я тебе сказку батя почитаю. Посижу с тобой, пока не уснешь. Я с вами спать хочу! Не в той комнате! Там! В комнату зашел, мам. Что, опять сова? А кто ж еще? Оль, она не придет больше. Я ее прогнал. И упертая помотала головой. Не прогнал! Она придет! Она сказала, что будет каждую ночь приходить! О, так она у тебя говорящая? Оля проигнорировала вопрос, и потом снова села и начала. Можно я с вами посплю? Можно? В самый последний раз! Ты же говорила, что последний раз был вчера. Ольга, ты уже большая девочка. А пусть у меня ложится. Мне показалось, что это отличная мысль, но Оля покачала головой. Нет, у тебя не хочу. Она и на тебя смотрит. По спине у меня побежали мурашки. Хватит! Нет никакой совы. Ты сегодня спишь у себя, ясно? Ну, пожалуйста, мам! Пожалуйста! Он взял Олю за руку и попробовал вывести. Пойдем из комнаты. Далее. Не мешай брату. Оля свободной рукой вцепилась в спинку моей кровати.
из клики. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не хочу к ней! Мама потянула Люк к себе, но та не поддавалась, только спинка кровати жалобно скрипела. Тогда подошел отец, подхватил Олю и понес, не обращая внимания на протесты и крики. Не надо! Не надо к ней! Она опять смотреть будет! Мамочку, пожалуйста! Еще долго слушала, как сестренка пытается уложить. Пожалуйста, ну не надо! Мне страшно! В конце концов, родители сдались и опять разрешили ей лечь с ними. Пожалуйста, мама! И не отправляйте меня туда! Я с вами хочу! Самый-самый последний раз. Когда все стихло, я лежал в темноте и думал о больных словах. Она и на тебя смотрит! Было не по себе. Да, блин, что я по камень нажимаю? Лишь задернув шторы на окне, я сумел успокоиться. Не стоило мне, но стоило мне сомкнуть веки, как воспоминания прожитого дня суматошно запрыгали перед глазами. Вот снова я посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы, лица мертвых классиков на портретах. Строгая и царственная поза классной руководительницы Лилии Павловны. Затем углом ждет, не дождется ее ненаглядная дочка Катя, ябеда и сплетница. Эй, новенький, новенький. Чего тебе, Кать? Она закачалась на носочках, спрятав за спиной руки и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели, а? Может быть, я сказал бы правду Полине, но Катька продаст мою правду на рынке за 3 копейки. То же самое, что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Вовы, чтобы все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... мама... Ну, Катя даже не думала меня слушать, метнулась к новостренным ушам подружек, зашептала, косясь на меня и хихика. Да! Конечно, конечно. Он нас тут совсем за дурачков держит. Я вот слыхала, что это все из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Неправда! Ты все врешь! А слышали? Слышали, как ему Бабурин всыпал? Ой, да, давай вспоминать об этом каждый раз. А этот лишь ручки опустил, да глазенки потупил. Прекрати! Ты знаешь, он не один был! И будто этого мало, ходят слухи, что этот чудик повсюду таскает с собой заячью маску. Ой, ну это, видимо, правда. Ой, девочки, ну кто же в своем уме будет такое делать? Ясно, понятно. Со странностями наш Антошка. Может, слабоумный, а может и маньяк. Если в его портфеле хорошо покопаться, там и топор отыскать можно. А может, что и... Был там один остренький топор в этом... на чердаке, да? Смолчи, не, блин, заткнись! Не на чердаке, а, короче, под лестницей. Ха! Вон как раскричался-то, будто ужаленный. А зрачки-то, зрачки какие широкие. Опять чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнет. Не зря же его мать таблетками пичкает. Ты-то откуда знаешь? Успешно пытаюсь понять, откуда она знает про лекарства, и что пугало сильнее. Вдруг в ее болтовне кроется ужасающая правда. Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. Слышь. Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Слышь. Сестру-то не гони. Да только что-то ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный простак ей верит. Нет. Ну, вы представляете? Ну, это ему снится, как бы. Типа, он же в школе, ему снится же, по идее. И тут среди ухмыляющейся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Как же так, Антон? Ну да, это же все сон, да. Тебе не здоровится? Полина, долго же я понимал, меня. Что это сон. Как же, не слушай этого болтуна, Полин. Это ничтожество, даже постоять за себя не может. Прикольный цветной чат на черно-белом стриме. Да, чат цветной, чат весело. Это ничтожество, даже постоять за себя не может. А при случае и за тебя не заступится. Бросит, думая, как бы только самому по шее не схлопотать. Слабак.
Она согнулась, будто ее пнули в живот, а затем залилась слезами. Громко истерично плача, рухнула на грязный пол. Нет! Нет! Антон! Почему? Ничего не понимаю, я бросился к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня. Убери от нее свои лапы, чудовище! Да, звучит клево. Под пеленой страха зрела ярость. Я медленно, медленно всплывал из клубящегося морока. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползет к деснам, оголяя зубы. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе права поднимать руку на девушку! Кулаки стали кувалдами. Не рожать! Никто не смеет говорить такое про мою семью! Я помнился, когда уже кинулся на злобную Катьку. Слетел-таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петров с катушек слетел! Тут же толпа школьников вокруг нее зашумела, разразилась свистом и гневным рыком. Стал расти. Сутильные фигурки учеников увеличивались, ширились... тянулись вверх, все выше и выше, под самым потолок. Превращались в огромные черные лески, шащие скальными мордами. Сжался до пушистого комочка, затрясся перед могуществом изрытых язвами стволов не то людей, не то деревьев. Вот ты и показал свое животное нутро! Трус! Катя лицо было обезображено ликованием и восторгом. Заливалась слезами несчастная Полина. Он! Животное! Чужак! Из леса донеслось пугающее хлопанье крыльев. Два огромных белых уха спустились откуда сверху, и я с головой зарылся в них. Ну, логично же, я подскочил, чуть не упав с кровати. Оказался, несколько часов метался по мокрой под постель. Один крик вызволил из щупалец кошмара. Антон! Пожалуйста! Вставай! Вставай! Не сразу же глядел ее силуэт у окна. Голос Оли был глухим, после драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупорили ватой. Схлипывая, расстроенная, как никогда прежде, сестренка повторяла. И слезы кипятком ошпаривали мое сердце. Мне сердце, но признаться, я почти благодарил сову за визит. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Оля, я сейчас. Хочешь, я тебе Мурзилку почитаю? Мурзилка. Это советский и российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал, издаваемый с 1924-го, ничего себе так давно. Маскотом журнала выступает неведомый желтый зверек в красном берете и шарфе. В журнале начинали свой творческий путь такие писатели, как Самуил Маршак и Агния Барт. Я опустил босые пятки на холодный пол. Вот это вот угу-угу было похоже на совиное, да? Вспомнил Семёна его подлый поступок и горестно вздохнул. Антон! Типа, что она за... Что она может делать за... Это за занавеской, если она спит у родителей? Нет, Дейлин, вряд ли. Мне кажется, или ты весь стрим ждал, чтобы это сказать? Этого сообщения за весь стрим по зайчику не писал. Жесть. На нее отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему в гляделки. Я нащупал переключатель, лампа плеснула ослепляющим светом. Встал с кровати. Зрение обманывало, то приближая ко мне окно, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди, я сделал осторожный шаг. Оль, что там? Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет, не надо! Там же сова! Голос доносился из-за моей спины. Я обернулся и оцепенел от ужаса. В дверном проеме стояла зареванная Оля. С кем ты разговаривал, братик?
Обхватив плечи, она таращилась на меня красными от слез глазами, спрашивала, но будто боялась услышать ответ. Я разговаривал с тобой, с тем, кто притворился тобой. За окном угрожающе скрипнул карниз, словно на нем сидел кто-то тяжелый. То, что выдавало себя за роль, начало расползаться, меняя свои очертания, увеличиваясь в свете ненасытной луны до пугающих размеров. Голос больше не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за шторой, надоело притворяться, водить меня за нос. Я больно ущипнул себя, в надежде, что силуэт у окна лишь продолжение ночного кошмара. Галлюцинация проклятого дома, ведь они не кусаются. Фигура высилась передо мной в дымке. Я услышал громкий вскрик Оли, когда по стеклу постучали. Она пришла за нами! Стук повторился, и я отшатнулся вглубь комнаты, словно на свете существовали потайные углы, где я мог бы схорониться от этой жути. Стучали чем-то острым, железным. Замерцала лампа светильника, ярко озарила комнату и погасла, как свеча на яростном ветру, нить накаливания лопнула со звоном. Мрак словно только того и ждал, хлынул из углов. От всей вселенной осталось лишь окно, снаружи светила луна и красила все в цвет костей, извлеченных из склепа. Чинать Оля завизжала, ткнулась в мою спину, ища защиты. И тут на нас уставился горящий прожорливым огнем глаз. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Нет, оно не пыталось разбить окно, оно играло, стучало и стучало, сводя нас с ума. Будто гигантские часы мерили отведенное нам время, и маятник раскачивался над бездной. Уходи! Убирайся! Пошла прочь! Оля истошно кричала, клещами вцепившись мне в руку. Подойди. Я с трудом различал два огромных крыла, раскрывшихся над черным пятном. Скажи, я тут! Скажи, что я больше не буду себя плохо вести! Никогда! Только пусть она уйдет! Пожалуйста! Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, и светящийся глаз скрылся. Я проглотил застрявший в горле ком, будто репейник сглотнул. Шагнул к шторам, завороженный призывом безобразного гостя. Не буду! Блеклое окно наползало на меня, занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть шторы, чтобы посмотреть в глаза страху. И в этот момент из родительской спальни донесся шум. Недолго думая, я рывком отдернул штору. Никого. Только за стеклом, на карнизе, среди птичьих перьев, что-то поблескивало. Мои очки. То, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Неужели это подарок клокочущей ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор на ту зловещую поляну, на зубчатый гробовой лес. Ни души, ни намека на поздних визитеров. Старый столб одиноким часовым дремал посреди снежной пустыни. Рассохшиеся ставни кряхтели. Я задрал утеплитель и полоски приклеенных газет. Теплоизоляция окон, щели окон затыкали его скутами ткани и ваты, а поверх заклеили малярным скотчем и смоченными мыльной водой полосками нарезанных газет. С приходом пластиковых окон эта технология умерла. С трудом открыл окно, мороз впился мелкими иголочками в кожу, зашевелившись от сквозняка рисунки на стенах. Я дотронулся до очков, уверенный, что они растают в пальцах. Они были настоящими, мозг искал всему объяснение. Семен и его банда разыграли меня, вот и все, вот и в кругу света под фонарем блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил у дома, взбирался по трубе к подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было, я осторожно забрал очки. Никто не отхватил мне кисть, не выдернув полный тревожного движения сумрак. Вы почему не спите? От неожиданности я покачнулся и чуть не вырвался из окна. Совсем сдурели? Жарко, что ли? Не болели давно? Там сова была! Тоша ее прогнал! А ну-ка марш спать к себе в комнату! Это правда. А с тобой? Он выдержал паузу, прожигая меня взглядом, подбирал наказание с размерной проступку. Махнув рукой, взяла за плечо Олю и ушла, бросив напоследок угрюмо.
Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз. Повернул шпингалеты, натрудив в палец. Холод ушел из комнаты, но не страх. Водрузив на нос очки, я изучал свое отражение в оконном стекле. Не лицо, а какая-то посмертная маска. Как у мальчика с доски объявлений. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. В просвете между детскими затылками прямо на меня смотрело черно-белое лицо. И это был не Вова, его фото висело рядом, я узнал щекастую физиономию, нездоровую кожу. Семен, ученик 6 В класса, 16 января утром ушел в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Примета: рост 155-160 см, глаза серые, волосы рыжие, тучного телосложения, был одет темно-коричневая дубленка, бежевый шарф, черная норковая шапка, сапоги Аляска. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении. Семена просил позвонить по телефону. Милиция или бабушку. Фотографию Бабурина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. Жесть. Ну все. Второй эпизод есть. Маркер можно поставить. Второй эпизод.